Меня зовут Йошикаги Кира. Мне 30 лет и... Я должен был жить один. Похоже, это мое вечное наказание. У меня появилось несколько новых сожителей, в которых я еще не разобрался. Кроме Дио. Он хуже всех. Иногда он бывает вполне приятным, что бесит меня гораздо больше, чем когда он ведет себя как проблема. Еще есть Тору, также житель моря. Он чаще всего проводит время в саду. Но когда он не занимается садом, он просто бездельничает, не делает никакой работы. Так что он тоже не в списке моих любимчиков. Еще есть мистер Валентайн. Он постоянно хвастается, что он президент Соединенных Штатов. Однако я изучал основы истории и никогда не слышал о нем. Также у него проблемы с большинством новых технологий. Что ты, тупая машина? Прозвучит безумно, но мне кажется, что он с каменного века. Дьявол, босс мафии. Вообще-то, мы с ним сдружились, однако у него есть привычка умирать. А когда вторая личность Доппио берет над телом контроль, у нас, к сожалению, мало чего общего. Алло, алло, босс. Карс — это древнее божество, которое собиралось уничтожить всех людей на Земле. А на деле же он просто проводит все свое время с уличными котами. И еще есть отец Пуччи. Он занимается домашними делами, не шумит и очень скромный. Отец Пуччи — самый приятный из всех. Так как же такой приятный человек может наслаждаться обществом такого, как Дио Брандо? А, Пуччи, о чем мы с тобой в последний раз говорили, а? Не напомнишь? Помнишь? Да, конечно же, вор Дио. Скукота. Ага, дошло. А вы можете сделать так? Ах, да. Эту позу легко делать. Смотрите. Хоба. Хорош, Пуччи. Я могу делать нечто похожее. Удивительно. Ты словно совершенно другой человек. А что насчет тебя, Кира? Ты так можешь? Нет. Ай да ладно. Хотя бы попробуй. Хорошо, но это ваша вина. А? Хаято! Пуччи, ты поклоняешься богам, верно? Я так думаю. А что? Как бог, я разрешаю тебе поклоняться мне. Ты не бог. Что? Что? Конечно же я бог! Я изучал не только свою религию, я углублялся во многие. Я что-то не помню упоминаний имени Карса хоть где-либо. Назови мне хоть одного из этих богов. Иисус, он бог. И кто же этот Иисус? Пришите его ко мне, я выбью из него все дерьмо в бою. Никто в этом веке еще не встречал Иисуса. Я встречал. Ты что? Ну, точнее его части. Принесите его ко мне! На бой! Господи, пожалуйста, прости меня за то, что я сейчас сделаю. Я дома. Не знаю, зачем я это говорю. Я ведь так привлеку их внимание к себе. Кира, а, вот ты где, кобель. Ты знал, что ты вообще-то очень популярный, а? Нет. И если это не секрет, с чего ты так решил? Ну, в компьютере очень много людей тебе хотело написать. Распутные замужние женщины, прям рядом с тобой. Я даже и не думал, что ты из таких людей. Вот черт! А? Что-то не так? Мы тебя ждем, Кира. Помогите! Прощай. Мы купим тебе новый персональный ноутбук. А? Дио, а? Я думаю, что я знал тебя раньше. Ты сейчас серьезно? Да, одна из твоих форм. Ты был гораздо меньше и был жокеем. Ты работал на меня. О нет, ты точно меня не знаешь. Лишь я главный. Так что я бы точно над тобой доминировал, Фанни. Я даже знать не хочу, что я только что услышал. Я умер, взорвавшись на части. Меня выкинули в космос. Меня просто сбила скорая помощь. А что насчет тебя, дьявол? Я? Я знаю, что ты без конца умирал. Но какая твоя первая смерть? Наверняка это было просто фантастически, что привело к такому невероятному количеству смертей. Ну, я даже не помню, как начался цикл. Единственное, что я знаю, это сделал со мной мой враг, Джорно Джованна. Он победил меня. Ой, ну и ладно. Ай-ай, похоже, ты снова умрешь, дьявол. Ну за что? Всем добра! На связи Асуата. Надеюсь, вам понравился особый выпуск комиксов с полным домом злодеев Джоджо. Также мне отдельно хотелось поблагодарить этих двоих. Спасибо вам большое, ребята. Мне правда очень приятно. Если вы хотите меня поддержать, то ссылка будет где-то тут. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!